По сравнению с прошлым годом в области вырос уровень выявления злокачественных новообразований на ранней стадии. С начала года выявлено 230 онкологических больных, на диспансерном учете состоят 4657 жителей региона. Чаще всего врачи выявляют рак молочной железы, шейки матки, пищевода и желудка. Количество больных, выявляемых на четвертой стадии, уменьшилось почти на 40%. Смертность от рака также пошла на спад и снизилась на 34,1% по сравнению с прошлым годом. Планируем в течение года вылечить около 600 пациентов. Это не только жители области, но и приезжие. Еще раз хочу напомнить населению региона о необходимости своевременного обращения к специалистам. Тем более, что есть возможность бесплатно пройти дорогостоящие процедуры диагностики, компьютерную и магнитно-резонансную томографию. По направлению участкового врача обследование можно пройти в поликлинике. В прошлом году обследования на томографах прошли 1000 человек. У 237 из них выявлена онкология. На сегодняшний день в области имеется 11 компьютерных и 7 магнитно-резонансных томографов.